Рад вас всех видеть. Накопительное обновление 10.586.122, пожалуй, первое за несколько месяцев, которое достойно того, чтобы каждый уважаемый инсайдер установил на свою Lumia. Прошу обратить внимание на то, что обновление вышло для инсайдеров медленного круга. Чтобы получить это накопительное обновление, необходимо, зайдя в программу предварительного участника, поменять круг обновлений на медленный. Это связано с тем, что для устройств с предустановленным Windows 10 по быстрому кругу рассылаются обновления ветки Redstone. Специально буду видео записывать при 60 FPS, чтобы вы могли оценить плавность работы системы. Это накопительное обновление доступно для всех Lumia, работающих на Windows Phone 8.1 и Windows 10 Mobile. Также были добавлены еще 4 устройства сторонних производителей. Их название вы увидите на экране. Полный список изменений опубликован в нашей группе ВКонтакте. Поскольку он достаточно большой, я лишь только назову самые важные изменения. Исправлена ошибка, из-за которой функция «закрыть все вкладки» в Microsoft Edge закрывала не все вкладки. Оптимизация энергопотребления фоновых процессов позволила продлить время использования устройств. Улучшено качество видео при записи его на SD-карту. Повышено качество записываемого звука в отдельных отснятых видео. Улучшена отзывчивость и стабильность операционной системы в целом и при работе с экраном пуск. Улучшен процесс обновления приложений. Исправлено несрабатывание будильника в некоторых сценариях. Ну вот, пожалуй, самые главные изменения на этом закончились. Когда же состоится релиз? Дата еще не оглашена, и мне кажется, что Microsoft сами не знают, когда они ее выпустят. Для тех, кто постоянно спрашивает и не хочет обновляться до десятки, хочу сказать, что владельцы 550-х Lumia, 650-х, 950-х как-то ведь сидят на десятке и чувствуют себя вполне комфортно. Причем они имеют все те же баги, что и любой другой инсайдер. В общем, решать вам. И не забудьте написать ваш опыт использования этой сборки в комментариях. С вами же был Антон, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, всего доброго!